Много говорилось и писалось о пристрастии дорогого Ради Фаритовича к полетам, к небу, к авиации, к вертолетам и самолетам. Мне даже представляется, что маленький Радий в далекой глухой шимбайской деревушке Сайраново по ночам за печкой мечтал о карьере летчика, о небе, о полетах. Но, как говорится, не сложилось. Не получилось летать, пришлось некоторое время ползать. И, видимо, оттуда из детства вот это вот болезненное пристрастие к самолетам, вертолетам и полетам. Но, к сожалению, Ради Фаритович реализовал свою детскую мечту почему-то за наш с вами счет. Очень уж дорого обходятся все его вот эти увлечения. На минувшей неделе в связи с объявлением некоторых конкурсов, связанных с обслуживанием вертолета Хабирова, специалисты обобщили и посчитали возможные расходы Хабирова на вот этот самый вертолет. Так вот, эти специалисты утверждают, что на круг за год только за вертолет Хабирова, это без его перелетов куда-нибудь еще на самолетах, так вот, этот вертолет нам обходится от 7 до 10 миллионов рублей в зависимости от интенсивности его использования. Это топливо, это зарплата пилотов, технический персонал, это стоянка и техническое обслуживание, которое, кстати говоря, само по себе только техническое обслуживание обходится 750 тысяч рублей в год. В общем, конечно, очень дорогое вот это детское удовольствие Хабирова, но мы, тем не менее, продолжаем его оплачивать.